Плакат «Не забыть Ленинград». Сражение под Ивангородом, Выборгом, Лугой. Как бился за Тихвин советский солдат. Невский плацдарм, трагедийная повесть. Дорога по Ладоге, Родины зов. Мы помним, что вся Ленинградская область стала ареной тяжких боев. Земля Ленинградской области хранит следы войны. Здесь, в 1941, 1942, 1943 году насмерть сражались красноармейцы, сдерживая врага, рвущегося к Ленинграду. А с 1944 года на территории Ленинградской области проходили тяжелые победные бои. Каждый боец, присягнув, сделал выбор. И к подвигу каждый солдат был готов. Торжественное мероприятие. Дорогие наши ребята, дорогие наши ветераны, 27 января 1944 года закончилась одна из самых, пожалуй, ужасных страниц истории времен Великой Отечественной войны. В этот день была полностью снята блокада Ленинграда. За год до этого, 18 января, силами двух фронтов было частично прорвано кольцо блокады, но для полного его снятия прошел целый год. Войсковая операция по защите Ленинграда стала одной из самых продолжительных войсковых операций времен Великой Отечественной войны. Долгие 900 дней и ночей длилась блокада. Измученные голодом и холодом, постоянным бомбежками и артобстрелами, жители осажденного города не только выстояли, они продолжали трудиться на оборонных предприятиях, делая все для фронта и для победы, строя заградительные сооружения, трудились на оборонных предприятиях города, тушили зажигательные бомбы, падающие на крыши зданий и домов. Юность комсомольская моя, за родимый край, с песней молодой шли ровесники рядом со мной. Хлебный паёк катастрофически уменьшался. Нормы по карточкам опустились до 125 грамм хлеба на человека в сутки. 125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам. В 1941 году морозы грянули как никогда рано. В октябре замерзла канализация и затем водопровод. Дорога здесь пробита сквозь блокаду, родней дороги не найти. Эх, Ладога, родная Ладога, везде лишь шторм и грозная волна. Недаром Ладога. Маме 18 января отметили 80 лет со дня прорыва блокады. Сегодня, 27 января, мы отмечаем, но это год прошел, праздник, день полного снятия блокады. Но сегодня с нами в этом зале есть человек, который был в этих всех событиях. Это Алексеева Валентина Дементьевна, житель блокадного Ленинграда. Вот эти вот громкие аплодисменты и поздравления с вашим главным праздником вашей жизни сегодня для вас. Спасибо вам огромное. Летами в руках потомки победителей в войне. На старых фото вечно молодые, свою оставив вахту в небеса, шагают предки с нами, как живые, течет река бессмертного полка.